Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале «Мир, природа, жизнь». Находимся мы в старинной деревушке под названием Холмицкий хутор. А здесь одна из улиц получается полностью заброшенная. И проезжая мимо, увидели вот такой вот домик. Ну, сейчас мы посмотрим, что еще здесь можно, как говорится, увидеть. Но сразу в глаза бросается что? То есть яблоневый сад был. Прямо перед окнами здесь вот яблони еще остались посажены. Вот такой домик. Вот здесь, получается, был подвал. Вот там, кстати, что-то еще лежит. Сзади дома наверняка были какие-то сараи. Вот это, может быть, даже была банька. Но мы сейчас с вами попробуем пройти прямо в этот домик. Да, вот это очень строение похоже на баньку. Куст крыжовника нас встречает здесь. Так, вот здесь, честно говоря, трудно пройти. Сейчас попробую обойти немножко кругом, чтобы попасть внутрь. Ну вот, буквально сейчас подойдем с вами с парадного входа. Скорее всего, вот здесь была дверь в дом, а там, возможно, была еще вторая дверь. Вот не совсем, честно говоря, мне понятно здесь, почему здесь именно две двери. Получается, было раз, два, три, четыре окна. Валяются везде кирпичи здесь. Скорее всего, это печку уже разбирали. Так. Крыша уже ввалилась. Вот такие ставенки здесь были. Еще даже красочка осталась. Сейчас попробуем здесь зайти внутрь. Вот они, смотрите, еще были ставенки. Вот так вот они открывались и закрывались. Здесь, скорее всего, было крыльцо. Вот так, конечно, уже все здесь прогнило, обвалилось. Вот. Ну, получается, это первая комната. А там, скорее всего, вторая дверь была. Может быть, там, возможно, сарай какой-то был. Ведь раньше животные рядом с людьми очень близко жили, потому что было холодно. То есть получается, вот здесь как бы синик назывался, коридорчик. Вот здесь, видите, еще там пробочки остались такие. Ну, а здесь предположительно получается... Как я сказала, предположительно, возможно, жили какие-то животные. Но, может быть, я и ошибаюсь. Либо, может быть, дровяник был, может быть, здесь дрова хранились. Видите, еще, кстати, вот очень хорошие балки, перекрытие, крыша. Сейчас попробуем этот домик обойти с другой стороны. Но внизу только красный кирпич. Практически ничего уже и нет. Кстати, бревна еще очень крепкие довольно-таки. Какие здесь гигантские муравьи. Очень большой сад яблоневый мы видим. Так. Ну, с обратной стороны дома, получается, здесь вот еще одно окошечко было. Вот такое. А вот это, возможно, банька была. Или такая низкая, я не знаю, может быть, какой-то сарайчик был. Очень, конечно, давно здесь все это было. Видите, уже все обвалилось. Сзади лес. Дом непосредственно прилегал к лесу. Вот это вот, возможно, скорее всего, туалет.
куча бутылок каких-то непонятных лежит. Там остатки забора. Забор был из довольно высоких бревен, смотрите. Тут, кстати, тоже куча кирпича красного. Вот. А это такой был забор. Ну, мы сейчас с вами через него будем вылазить. А вот, кстати, старая какая-то консервная банка. Здесь даже, может быть, и калиточка была. Смотрите, вот такие вот гвоздики. Вот. Возможно, когда-то здесь стоял хозяин и встречал и провожал свою буренку. Потому что наверняка у каждого хозяина было по корове, а то и по несколько коров. Ну вот, дорогие друзья, такой небольшой экскурс в историю. Ну и таких домиков здесь очень много.